10 марта – День архивов в России. В настоящий момент в архивах России 609 миллионов единиц хранения. Самые ранние экспонаты датируются XI веком. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысяч километров. Важные государственные документы находятся в архивах на вечном хранении. В этот день, в 1905 году, в Лондоне основан футбольный клуб «Челси». «Челси» 5 раз становился чемпионом Англии. Владельцем клуба с 2003 года является российский бизнесмен Роман Абрамович. Десятого марта в 1939 году началось регулярное телевизионное вещание из Шабловского телецентра в Москве. Количество телевизоров в Москве тогда едва превышало 100, а сигнал передавался со знаменитой Шуховской башни. В этот день, в 1977 году, несколько групп астрономов из США, Австралии, Индии и ЮАР открыли кольца Урана. Уран – седьмая по удаленности от Солнца планета. Он состоит из водорода и гелия. Это самая холодная планета Солнечной системы. Температура по Цельсию примерно минус 220 градусов. Она имеет 27 спутников, тогда как у Земли всего один – Луна. 10 марта 1940 года родился голливудский актер Чак Норрис. Он сыграл в многочисленных фильмах «Кодекс молчания», «Лесной воин», «Уокер», «Техасский рейнджер» и другие. Чак Норрис стал создателем большого количества телевизионных шоу. Помимо этого, он издает свой журнал, а также написал 7 книг. Чак Норрис. А в 1958 году родилась Шэрон Стоун, американская актриса, продюсер и бывшая модель. Она снялась в таких фильмах, как «Вспомнить все», «Казино», «Основной инстинкт». А потом он мне понравился. Вы игры играть любите, да? Это приятно. Шэрон Стоун считается самой умной актрисой Голливуда. Ее IQ составляет рекордные 154 балла.